Раз, два, три. Есть. 37 единиц экологически чистого транспорта – это только первая партия троллейбусов, которую получил Севастополь. Планируется, что уже в ближайшее время в город зайдет еще 41 машина. Я хочу поздравить, наверное, весь город с таким праздником, с тем, что у нас сегодня выходит современная техника на улице. Вас, конечно, я хочу поздравить с тем, что у вас появляется возможность в комфортных условиях работать, перевозить горожан. Троллейбусы кардинально отличаются от старых моделей. Каждая машина оснащена навигационной системой ГЛОНАСС, кондиционированием, адаптирована под маломобильные группы населения. Данная машина снабжена системой оповещения для инвалидов и маломобильных граждан. То есть они не только имеют прямую связь с водителем, да, кнопкой нажатия сигнализатора, но и также имеют голосовое сопровождение. Также откидной пандус. Машина имеет 100 пассажиров вместимость, 37 посадочных мест. Новый транспорт может двигаться и на автономном ходу. Виктория Кайдаш за рулем троллейбуса уже 14 лет, но такой машиной управляет впервые. Комфортный для водителя, для пассажиров, имеется кондиционер. Для женского пола не надо теперь снимать только приемники самим. Есть система автоматического снятия токоприемников. Ну и прежде всего уровень комфорта повышенный. Троллейбусы город получил по лизинговой программе, реализуемой в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2020 года. Сейчас программу планируют расширять. Мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в программу, как уже и говорил Дмитрий Владимирович по инициативе губернатора, чтобы дополнительно включить в состав программы лизинга водные суда, морские суда, которые будут заниматься внутригородскими перевозками. Это достаточно такая редкая позиция для других городов нашей страны. И дополнительно, с учетом объемов работ, которые будут по ремонту, капитальному ремонту, строительству новых дорог здесь, в городе федерального значения Севастополь, еще и дополнительно техники, которые будут заниматься дорожными работами. Всего на приобретение транспорта для Севастополя было выделено около 2,5 миллиардов рублей. После расширения программы финансирование планируют увеличить на 200 миллионов. Юлия Ефремова, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя.